Строительство пожарного депо по прикрытию Свято-Троицкой Сергиевой лавры шло около 3 лет, и это того стоило. Современный пожарный комплекс включает в себя не только гараж для техники, но и учебные классы, спортивный зал, комнату отдыха для сотрудников, диспетчерскую, куда поступает сигнал в случае пожара в лавре. Причем система сработает автоматически, что значительно сократит время реагирования. Наша главная задача – это обеспечение пожарной безопасности на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры и подворьях на Сергиево-Посадском районе. В соответствии с расписанием выезда, утвержденным главой Сергиево-Посадского района, совместно с территориальными подразделениями МЧС России, осуществляем тушение пожара, спасение людей и имущества на всей территории Сергиево-Посадского района. У нас имеется 4 подразделения еще. Это город Пересвет, город Ходьково, поселок Примаш. У нас в нашем Сергиево-Посадском районе, непосредственно в городе Сергиев-Посад, основной проблемой, конечно, является прибытие к месту пожара. Вы знаете все, что проспект Красной Армии, ну, можно сказать, так делит город пополам, отсекает как путепроводом, так и железнодорожным переездом, да, а часть в городе, которая находится непосредственно 28-го отряда, это на Скобянке. Вот. И чтобы прибыть в западную часть, или возьмем, назовем так, в северо-западную часть, нужно достаточно много времени. По приведении данной части объекта мы, естественно, это время сокращаем. Это очень большая помощь для города и района в целом. Для того, чтобы помочь городу и району в борьбе с пожарами, ресурсов хватит. В настоящее время пожарное депо функционирует в полном объеме. Обеспечивать пожарную безопасность охраняемого объекта будет 51 сотрудник. 5 единиц техники, 2 основные цистерны, коленчатый подъемник и 2 резервные. Одна сейчас непосредственно находится на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Там находится отделение для подачи ствола первой помощи и спасения пострадавших. Вся техника, которую планируется использовать для тушения пожаров, автоматизирована. Сотрудники пожарной части не без гордости рассказывают о том, что умеют современные пожарные машины. 40 литров в секунду для тех, кто хочет посчитать, да. Какую машину приезжает на спустя. Вот самый да, актуальный вопрос у нас. 5,5 тонн она у нас. Она уже не новинка, но очень действенная вещь. Это генераторы нетушащего вещества. Соответственно, вскрываем ее, да, и в помещение бросаем, закрываем. Все порошком по площади она тушит. Рассказывая о преимуществах нового депо, огнеборцы вспоминают времена, когда приходилось ютиться в маленьких неприспособленных помещениях. Специальная пожарная часть существует с 2009 года, и только сейчас созданы достойные условия для работы. У сотрудников есть возможность поддерживать физическую форму и обучаться в специально оборудованных классах. Для тех, кто заступает на суточное дежурство, тоже все предусмотрено. В их распоряжении комната отдыха, но как только поступит сигнал тревоги, система сработает как часовой механизм. Быстро и слаженно, экономя каждую секунду времени. Сотрудники МЧС, или в частности пожарной охраны, из комнаты отдыха непосредственно при срабатывании сигнала тревоги, если это время отдыха непосредственно у них, да, то есть по сигналу тревоги они направляются к этим спасательным столбам и по ним вниз к пожарным автомобилям продвигаются. Татьяна Сташенко, Алексей Галкин. День города.